здравствуйте, друзья! У нас сегодня вместе со всем индийским народом мы отмечаем праздник Дивали. О празднике немножко позже и немножко больше. Сегодня, вот, а мы идем отмечать в компанию, где работает много-много наших студентов. Вот она в этом здании, красивом, симпатичном. Оттуда и будет наш репортаж. Компания делает электронные учебники. Ну, собственно, и не только электронные. Вот видите, тут это учебники, которые они делают, напечатанные в виде книжки. Вот мы, друзья, тут внутри компании. Тут у нас обнимашки происходят. Здрасте, обниматься будем? Обязательно. Все, обнялись. Ирина Валерьевна, намасте. Да, Ирина Валерьевна. Чтоб я так жил. Так, ну, как жизнь вообще? Хорошо, все, спасибо большое. Так, хорошо. Комьют немножко такой тяжеловатый. А сколько занимает езда вот из Саннивейла сюда? Я не из Саннивейла, я еду до Mount Rainier, по Train Station, а потом беру train, и я не беру Baby Bullet, потому что это невозможно сесть с утра. Чего не беру? Baby Bullet, Caltrain, Baby Bullet, который делает 4 остановки. Но он просто всегда забит. Ты будешь там стоять. Там народу много. Там очень много народу. А так можно посидеть, книжечку почитать. Ты знаешь, где дверь останавливается, теперь выбегаешь в вагон, то ты сядешь. Да. А мне вот рассказывали такую вещь, что когда идет Колтрейн, идет на... Не Колтрейн, Барт, наверное, да? Ну, Барт, я не вижу. Колтрейн. Ой, здрасте. Идет на Сан-Франциско, то вот там в Саннивейле засаживается много, значит, и девочек из Индии, потом останавливается в Маунтин-Вью, там садятся русские. И есть такое? Ну, можно такое, так и сказать. Есть такое? Ну, есть, да. Ладно, хорошо, передавайте привет. Чему? Ничему, кому? Кому? Кому чему привет? Мужу моему. Мужу, само собой, да. Ребеночку нашему, который в UC-Дэвисе. А, он не живет с вами больше? Нет. Но сегодня приедет. Так подождите, это ток-ток началось? Да. Как ему в UC-Дэвисе-то? Классно. Хорошо, да? Нет. Компьютер сайенс. Ну, чего же, шикарно. Ну, да. Так, видишь, он же футбол играл. Футбол мы тоже играем. За UC-Дэвис? Нет, теперь? Пока не за UC-Дэвис, а пока за Дэвис Легаси. Это клубный. Да, так я помню, была, я не знаю, ребят, конечно, не знают, много времени прошло, была фотография, где мальчик фотографировался с кем? С Бекхэмом. С Бекхэмом фотографировался. Так оно и было. Вот. А до не фотошоп. А до этого Бекхэм. Он в Минске, там, за Динамо Минск, в юношеской секции был. Нет. Это не было Динамо Минск? Нет. Фортуна? Молодежный клуб какой-то. Да. Ну, в общем, друзья, вот так вот играешь за молодежный клуб там, потом здесь. Какой, ну вот где мы здесь? Вот что мы видим? Мы идем по дороге в кухню. Нам сейчас направо. Так. Да. А вот то, что слева, это что? Здесь сидят, я так предполагаю, девелоперы, сидят другие какие-то департаменты. Марина, ты знаешь, кто здесь сидит? Да, профессора, которая пишет контент, видите, это все учебники, книжки которые пишут. Они с книжек списывают на нашу электронную платформу, я так понял. Понимаю. То есть это как бы серьезный народ. Контент, конечно, они пишут, а мы его потом тестируем. Это входная дверь, тут такое место, видимо, для отдыха, так, с телевизором, rest area, так и есть. Да. Так, где китчен? Здесь, вот здесь у нас так, всех справа китчен. А слева вот офис такой, там никого нет, мы можем снять. Конференс-рум. У них тут много таких конференс-румов. Очень удобные кресла. Зайду. Заходите. Ну что не загорается? Свет не загорелся. Знаете, он не на каждого свет загорается. Мне это напоминает про зверей, которые в неволе не размножаются. Вот. Увидели меня и не хотят зажигаться. Да. Так, расскажите нам про кухню. Таких кухонь у нас две. Так. Кофемашина у нас абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас. Девочки, показываться будете? Ну, мы не пристаем. Так, значит, пахнет кофе? Да, у нас новые кофемашины. Где? Мы теперь к ним привыкаем. А расскажите, что это? Вы можете любой. Ну, давайте сделаем кофе. Давайте сделаем кофе. Берите стакан. Где стакан? Ну, так, кружка. А чистая? Ну, пусть будем... Не, на всякий случай, я, знаете, как я думаю, берут в неизвестном месте. У нас есть, видите, две машинки моечные. Где? Вот это? Посуду мыть. Это прям сотрудники моют? У нас есть девочка, которая хелпер, которая нам помогает. Она и прибирает за нами, и вытирает и пыль, чтобы мы жили в чистоте. Понял. Ухоженные. Вот, пожалуйста, вам гест.
Вот, пожалуйста, Cengage Learning. Мы будем пить кофе или hot beverages? Давайте кофе. Давайте кофе. Смотрите, у нас тут несколько разных. Вам какой? Пиц. Так. Да, есть декаф, есть half and half, декаф. Мне декаф, half and half. Окей, так, вот такой давайте. Так. Small или medium? Medium. Так. Mild, regular, strong. Regular. Окей. And okay. Go. Так, ой, задымили зернышки. Да, вот оттуда, посмотрите, свежайший. Вот отсюда все сыпется. Да, молотый, свежемолотый кофе. Понимаю. То есть это как бы вот бренд пиц-конфет? Да, да, да. Это вот бренд-нейм мы используем, да. Сейчас польется кофе. Вот, смотрите, loading. Without any issues. It's been... то есть бывают issues. Ну, поначалу, когда поставили, да, там водичку подать, кофе вылить. Да. А теперь уже нет, все наладилось. Долго дымится, работает. Дымится. Да. Слушай, он прям молотит да, прям на зерна. Месте прям, да. Помол. Да, свеженький. Друзья, вот это обменочка. А где мой half and half? Он сам добавит? Half and half, вот. Half and half, это half-cast и half-decaf. Half and half, вот, пожалуйста, наливайте. Так, все, я понял. Потому что спрашивали, чего там с молочком. Half and half, я спрашивала, half-cast и half-decaf. Наливаю вам молочка? Давайте. Это молочко в таком виде поступает. Да, вот. Да. Так, чтобы нам на камеру не брызнули на всякий случай. Мы так отойдем. Раз. Нет, давайте от греха подальше. Ну да. Все-таки это орудие производства. Так, вот конфеты у нас остались от празднования Хэллоуин. У нас был замечательный Хэллоуин. Представляю. Замечательный парад. Так. Вам сахар? Заменитель есть? Есть. У них есть. Вот желтенький. Давайте. Давайте. Одну, две. Вы знаете, что изменитель-то не надо? Нет, я забыл. Я, оказывается, уже не пью. Уже не пью, да. Вот, пожалуйста, вот я вам размешала. Будем вот так. Спасибо. Ваш кофе. За окном, друзья, солнышко. Там немножко впереди океан. Всякие суда, там, да, грузовые. Суда. Да. А вот тут, значит, столики. Это не для еды, да? Это можно поработать. Это для еды, да. Но некоторые приходят есть сюда с компьютером. Да. И они, чтобы работали уже, не отходя. Вот кассы так. Да. Мягко говоря. Вместе да. С едой, да. Видите, здесь чуть-чуть так проводить свое время. Вот, пожалуйста, туда. Да. Прямо с рабочего места практически пошел праздновать дело. Да. Так это происходит. Да. А вот там будет представление. Там будет представление, уже народ собрался. И вот там как раз и виден океан через окна. Вот. А тут у нас. Ну, пока мы еще не видим, что там, друзья. Я только показываю вам соблазнительные, аппетитные такие. Возможности. Но мы посмотрим еще. И мороженое заодно. Yes. Девушка объясняет смысл праздника. Diwali or Deepavali, it is just a collection or row of lamps that people keep outside their house, and then it is just signifies a victory of light over darkness, and it is celebrated throughout India. It's the most colorful and joyful festival. Like, it's celebrated every year in the month of October or November with great enthusiasm and joy. Actually, traditionally in India, people, they wear new clothes for that day, and they share great food with the family and friends. And also in the evening, kids are all in the street. They go gather together to do fireworks. And I'm so glad that we can do the Diwali with all of you. Thank you. Happy Diwali. And I learned that too in Russian too, but I forgot. Вы видите, друзья, девчонки босиком, значит, будут плясать. Ой. Объявили, что будет песня, исполняемая хором. Да. Да, это все наши
наши ребята. Практически все. Ну, вот, за редким исключением, все вот эти мужики индусские, это все наши. Вот тот, что в шапочке, он из Непала сам. Тоже у нас учился. Да. Да. О, вот это вот, это новообращенные. Да, ну они не такие новые, у них у всех уже по два сари есть дома. Вот, спрашивали, в прошлый раз спрашивали, чтобы в этой компании работать, нужно ли обязательно в сари ходить. Значит, я хочу сказать, друзья, можно не обязательно. Вот. Но как одна девушка заметила, что в такой компании работать, я готова каждый день в сари ходить. Да. Похоже на частушки на теле, как поют. Мужики подключились. Чувствуется приближение разлива Ганга. Так. И пошли. Продолжаем. Так, вступаем. И... Чтобы не пали люди могут. Придется мне самому частушки написать на русском, потому что это совершенно необходимо тут. У нас еще один групповой танец. Так, давайте мы посмотрим. Заодно я вам покажу как бы помещение и эту толпищу. Вот София, как человек, приближенный к менеджеру. Рядышком вот мое место. Так, и вот группа. А тут вот человек, значит, вот он со спины, мы его снимаем, он там музычку администрирует. Хотя не громко. Друзья, те, кто не знает Таню, Таня у нас работала в офисе, а сейчас вот перебралась. Исхудала-то как, господи, исхудала. Вроде еды столько. Вот, вот что делает с людьми работа в хай-тек-индустрии. Ну, как тестируется-то? Очень замечательно. Гораздо больше я могу здесь приобрести, чем, допустим, на моих предыдущих работах.
я тестировала мобильные приложения и игры. Это, конечно, интересно, но карьерного роста там не очень много. Но здесь народу зато много. А здесь народу много. Да, и, хватит, покажу. Так. И народу много, только обувь не показываю. Обувь не показываю, нет, нет. Народу много, и работа гораздо серьезней, ответственней. И энтузиазм есть? Конечно. И профессиональнее, я бы сказала. Так. Здесь очень, очень многому можно научиться. Какие-то перспективы есть в развитии личной жизни? Вот? Да, я думаю, да. Но это с работой не связано? Нет. Я думаю, я имею в виду вот на производстве. Нет, я думаю, что тут больше девочки у вас, да? Separately. Вот, друзья, открыли доступ к телу пищи. Так, боже. Ну, вы сами догадываетесь, что это, я не могу сказать. А экскурсовода у нас нет. Такое мясо я чувствую тут. Там хлебушек такой. Рисок. Я просто стою, камерой навожу. Так, тоже что-то мясное. Выстроились люди в очередь. Oh, что-то гороховое. Страшные вещи. Все это очень просто. Is it spicy? No. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, это вот София принесла. Это фактически из греческого репертуара. Так, это какие-то помазки, даже не знаю, чтобы это такое было. И тут сладкое. Сладкое, боже. Вот это очень колорит. Такой хлебушек в соусе таком. Страшное дело. Я сам лично небольшой энтузиаст индийского общепита, но вы можете пойти в индийский ресторан и там взять что-нибудь не острое, там есть. Ой, вот здесь у нас было веселье, а вот тут у нас окно. Я специально шторку приподнял, там они закрыты. Ну вот, вы видите, там какие-то суда. Что они там делают, правда? Но, тем не менее, красиво. Вот видите, тут колонна слева, я стал в ее тени. И вот так через окошечко снимаю. А вот там вход, мы оттуда заходили. Ну что ж, друзья, мы так потихонечку собираемся домой. Так, шоу посмотрели. Перекусили. Ну, я пытался искренне, пытался что-то такое найти, чтобы съесть. И кончилось тем, что выпил бутылочку воды. Потому что самое здоровое для человека, что есть вот в этом всем, это, наверное, мороженое. Вы, может быть, слышите, друзья, английскую речь. Это русские. Тут просто они друг с другом уже не могут по-русски разговаривать. Вот. А мы идем на выход. Тут у нас какие-то там помещения. Мы идем на выход, потому что праздник закончился. Свечи гасят. Миша, да. Сегодня здесь не многолюдно. Чего? Я всех пересадилась. Нам говорят, пошли смотреть. Пошли смотреть. Так. Значит, такое ощущение, что у вас все из дома теперь работают. У них такой большой дом. Как будто мы не в Сан-Франциско. Да. Ну, пятница, да, много людей. Пятница не работница, это все знают. Да. Так. Вот прямо на стенах пишут, друзья. Нет, чтобы доску, понимаешь, приобрести. Да, и на стекле тоже пишут. И на стекле пишут, и на стекле пишут. Ничего святого. Наши дети, друзья, уже не смогут писать мелом нигде. Исачок пол. Так. Чак. Чак. Мел ищем? Да. А это специальные мелки? Да. То есть я всех пересадила. Вот это полностью теперь. Это у вас только место еще это есть? Это я пересадила всех сюда? Я понимаю, так. Но это ваше место. Нет, они там все... Кто где сейчас? Ну да. То есть там можно еще кусок. Брать и брать? Нет, здесь... София, все так с прикладным интересом. Яркое солнышко нам немножко слепит. На камере. Так. Это еще одна кухня? Это еще одна кухня. Так. И в
вот этот весь кусок тоже все наши. Так. Вот этот весь кусок. То есть все эти индуски – это наши русские? Все. Так, понял. Вот это я все убрала. Так. Окей, мы позвоним. Видите, друзья, современный человек не может работать с одним монитором. Правильно? Да. А что она? Почему она танцует? Профессиональный. Валентина, можно вас показать? Это профессиональный человек, исполняет танец живота. Босиком, конечно. Оп. Это типа зарядки, да? Да. Вот с замиранием сердца смотрят люди. Да. Наших так просто не взять.